Вдягнутися красивою та стильною прикрасою вас, мої любі, вже не здивуєш. Але ця надзвичайна. Уявіть собі, за цю красу мої подруги ледь не побилися. Тож не прогавте, просто зараз народна майстриня Марія Бучка розповість, як власноруч створити саме таку прикрасу. 35-річна майстриня хендмейду Марія Бучка вже 9 років створює 2D-графіку. Раніше працювала над настільними іграми та малювала карти для онлайн-ігор. У вільний час опановувала техніки виготовлення різноманітних прикрас і виробляла їх на замовлення. Протягом останніх 2 років створення прикрас для Марії стало не просто хобі, а повноцінною роботою. Улюблену справу жінка поєднує з вихованням 11-річного сина. Вчитися разом зі мною будуть дивовижна Лілія Ребрик та її донечка Діана. Вітаю вас, мої люди. Привіт. Привіт. Марія, перш за все, я дуже вдячна тобі за те, що ти прислала мені у подарунок отакі прикраси. Я отримала 2 комплекти, різні за кольоровими, і один комплект залишила собі, а інший показала моїм подругам. На щастя. Про кого це йдеться, цікаво? Лілія Ребрик, Юля Бортнік, чемні, красиві, молоді жінки. Ледь не побилися. Ледь не побилися. Як це сталося? Ну що, як сталося? Прикраса одна, нас двоє. Питання є? Немає. Все зрозуміло. Але я вирішила трішечки схитрувати, одразу так скажу. Я вирішила поступитися Юлі. Вона мені подарувала якусь квітку, азалію, сказала, що це вона дуже гарно росте, все як такий втішний приз. Да? Угу. Але я сказала, що я одразу зателефоную Наді, я знала точно, що ти мене навчиш, то ми зробимо багато прикрас. Тим паче, що ми з Дясіком, ми дуже любимо робити хендмейд. Тим паче, ти знаєш мою жагу до квітів. Угу. Там, ну, я би квітами в себе прикрасила. І в хаті, і в одязі. Я дуже люблю квіти, я дуже люблю. Будь ласка. Ну, ти бачиш наглядний приклад. Я безумовно запросила Марію і дуже вдячна тобі, що ти відгукнулася і прийшла до нас. Діана, ти будеш нам допомагати, так? Так. Надя, спасибо большое, что меня пригласила. И тебе очень идет эта брошка. Спасибо. И она же заколка, и она же сережки. Вот. И сейчас я раскрою секрет, как мы можем это все сами сделать, потратив минимум усилий и минимум денежек. Это не просто украшение, это украшение трансформер. Вау, мы любим трансформеры. Брошь, серьги, заколка для волос, все в одном, это же супер. В новых коллекциях Шанель было очень много цветов. Угу. Так как я слежу за трендами моды, то я взяла эту идею на заметку. Ну и правильно сделала. Что нам понадобится для того, чтобы создать такие украшения? Нам понадобится лента. Мы начнем работу с создания большого крупного цветочка, основы нашей композиции. Зажигалка, линейка, ножнички, ну, пинцетик на всякий случай и леска с иголочкой. Почему леска, а не нитки? Чтобы не мучиться с подбором цвета. Она прозрачна? Логично. Итак, первым делом мы берем 1,5 метра ленты, ширина которой 5 сантиметров. Угу. Итак, мы нарезаем ленту на кусочки по 10 сантиметров. Так, ну, девочки, вы мне будете дальше помогать. Давайте. 10 сантиметров. Дяся, давай, где у нас цифра 10? Покажи маме. Если будет чуть больше или меньше 10, это не страшно. Так как у роз лепесточки все разные, и в этом деле особая аккуратность не нужна. Будет как в природе. Каждый цветок неповторим и индивидуален. Так? Да, Лиля, конечно, ты хитрюшка. Можно? Вырвалась на мастер-класс. Да, я же ж бы умею. И цветок у тебя... Молодець. Давай, от тут, на, хочеш сама, Дянка, буде різати стрічечку. На, от дивись, я тут почала тобі, да? Ой, моя розумна. От так, молодчинка, відміряємо, давай наступну. Я заготовила заранее кусочки. А теперь я вас научу технике цумами, что в переводе с японского означает складывание. Берем по кусочку, ложим атласной стороной вниз. Возьму и я себе. Если лента двухсторонняя, то никакой разницы. И начинаем складывать. Сначала загибаем один уголочек. Вот так вот. Вот так. Так. Давай. Да. Молодцы. Ну, это было все очень просто. Сейчас будет сложно. Загибаем еще один уголочек. Теперь аккуратненько приподнимаем сложенную конструкцию. Да. Так. И вот тут работа не для детских ручек. А мы зараз... Ты еще неизвестна. Дети иногда такие ловкие. А, ты в том смысле, что это немножко опасно. Мы будем работать с огнем. Нам необходимо запаять края вот этой ленточки. Угу. Зажигалкой мы подпаиваем в самом уголочке и быстро прихватываем пальчиками. Не горячо тебе? Если очень быстро это все сделать, то нам не будет горячо. Попробуешь? Я вообще-то боюсь таких штук, но... Вообще, Лилечка, ты всегда была бесстрашна. Есть. Угу. Молодец. Вот теперь это Лиля Ребрик. Практически идеально вышло. Да.
Сейчас я закреплю успех на Дианкиным. Главное, очень быстро потом зажать опаленное место. Потому что остывают очень быстро. Одним словом, тут и тато буде брати участь, я так розумію. Дяся, я тобі зробила. Дає. Тримай. Угу. А ну, бачиш? Зробила? Тримається, так, точно бачиш? Так же ми складываем вторую половинку нашого будущего лепесточка. Сложили. Один уголочек. А уголки тут соединиться должны? Да, они у нас сейчас соединятся. Второй раз складываем. Тоже подтягиваю уголочек серединки. Получаем вот такой лепесточек. И снова це треба підпалити. И снова мы его поджигаем. Угу. Спасибо. И еще один момент. Часто из-за среза ленточки остается вот такая ворсистость. Мы ее просто быстрым движением всю поджигаем. Все. Ну, если нет такой зажигалочки, то можно свечкой, да, например, пользоваться? Нет, свечкой лучше не пользоваться, так как она дает дым, который немножко закоптит нашу ленточку. Точно. Лента чернеет. Особенно это будет видно на светлых розочках. Да, это же будет троянда. Так, у нас получается вот такой лепесточек. Это его верх. Это его внешняя сторона будет. У Дианки. Уже какая красота у вас выходит. Угу. Все правильно? То есть абсолютно не нужно никакого опыта для того, чтобы создать красивый цветок. Ну, посмотрим, как следующие шаги у вас получатся. Что-то ты в нас не веришь. Я такое верю, вот ощущение. Но я готовлюсь и к неудачам, чтобы их потом быстренько отработать и избежать. Лиля, передай мне, пожалуйста, готовые листочки, которые я сделала заранее, чтобы мы не тратили время. Высыпай их сюда. Вот. Из 1,5 метра ленты их у нас получилось как раз 15 штук. Количество лепестков влияет на то, насколько пышный будет цветочек. Если мы хотим сделать небольшой бутончик, будет достаточно 6-7 лепестков. Если мы хотим сделать цветочек еще пышнее, чем вот представленный на этой брошке, то можно взять и 20, и 25. Теперь мы вооружимся иголкой с леской. Небольшой трюк. Если леска не пролазит в иголку, у нее бывает жесткий и круглый кончик, то возьмите плоскогубцы и слегка его прижмите. Ага. После чего слегка сплющенный кончик с легкостью войдет в иголку. Теперь мы берем лепесточек. Тут, в принципе, все равно, какой стороной мы его к себе держим. Главное соблюдать стороны лепестков глобально. Угу. Тут либо все вверх, либо все вниз. Угу. Сначала нам необходимо зафиксировать леску любым удобным способом. Шить мы будем наметочным швом. Расстояние между стежками делать около 0,5 сантиметра. Меленько. Да, меленько, чтобы у нас потом зубчики вышли не очень большие, когда в гармошку будем собирать. Чуть-чуть. Итак, забегаем вперед. Первый лепесточек мы чуть-чуть прошиваем. Это мы с серединки формируем или наоборот с крайних? Это будет самый последний лепесточек. Крайний, да? Мы берем, прикладываем лепесточек на четверть его длины. Прошиваем. Все время швом вперед иголка просто, да, чтобы потом гармошечка могла получиться. Теперь следующий лепесточек. Главное его приложить с той же стороны. Если мы предыдущий снизу подкладывали, то и следующий подкладываем снизу. И продолжаем меленько пришивать, примерно на 0,5 сантиметра. Если все вот так и дальше, то я думаю, Лилечка справится. Диана, ну давайся, бачишь? Мария, а ты же не только этим видом рукоделия занимаешься? Украшения я создаю уже 2 года. Я начинала с разных техник. Вот начала с сутажа, это были жуткие кракозябры. Потом я нашла правильный сутаж, правильные бусинки, выучила несколько техник, и стали получаться, ну, скажу без ложной скромности, действительно красивые вещи. После этого переключилась на работу с камнями. Да. Научилась создавать массивное красивое колье. А последнее время я увлекаюсь вышивкой на шелке. Необычное занятие. В Украине очень мало мастеров, которые это делают. Ну, вот на мне можно посмотреть работы, сделанные в этой технике. О, необыкновенно эффектно. Сложно, наверное, да? Сложно, но для меня это как медитация. Нравится, да? Да. Я впадаю в такой транс и отдыхаю. Вибачте, что я трешечки відволіклась від розмови, але просто... Девочки, у вас это очень замечательно получается. Такий процес... Так, собрав все 15 лепестков, мы получаем вот такую вот гирлянду. И наступный этап – це вже формуємо троянду, так? Для того, чтобы роза была чуть-чуть пышнее и листики стали еще более уникальными, мы ее чуть-чуть присоберем, примерно на 30% ее длины. Просто подтягиваем лесочку. И слегка распределяем складочки. Боже, яка в нас тут краса. Діана, розкажи, те, що зроблено своїми руками? Те, що зроблено своїми руками, найцінніше. Собрати його. Найцінніше. Дуже правильно ти кажеш. Забрали нашу гірлянду. Так, є. Зафиксируйте ниточку, чтобы она больше уже никуда не скользила. Приемчик, который лично я, наверное, изобрела, я такого нигде не видела. А так как серединка цветка должна быть чуть ниже, чем все остальные лепесточки, то самый первый, который со стороны нашей лески, мы складываем и один раз его пришиваем в произвольном месте. И дальше идет уже самое интересное. Берем
за кончик. И делаем несколько оборотов. И снова прошиваем. Тем самым мы получаем как бы бутончик. Бутончик у нас. Теперь мы его прошиваем насквозь. Диана, дивися, гарно виходить. Бачиш, дивись. Чикс, прошиваємо. Дальше делаем следующий оборот. Заворачиваем следующий лепесток вокруг серединки. И пришиваем уже его к предыдущему віточку. Доця, тобі подобається? Подобається така троянда? Так. Так? Будемо робити такі вдома, так? Угу. А що ми прикрасимо нею? Ану, давай, пофантазуємо. Можна причепити. Можна до тату туди причепити. О, до тата сюди тата можна. Тата дуже хоче. Він мріє про квітку. Сюди. Де? Ось сюди. Щоб та, червона ага. така квітка була. Щоб він так зустрічав своїх дівчат, такі, опа! А сьогодні танцюємо танго! І хопа, квіти. І в зуби. Або танго. Таким методом у нас получилась вот такая вот симпатичная розочка. Чуть-чуть можна розправити. Лісочку можна обрізати. Теперь мы подготовим основу для заколки. Для этого нам необходима вот такая основа для заколки автомата. Угу. Она длиной 8 сантиметров. Вот. Но если вдруг в магазине нету таких именно, можно взять и покороче. Надя, покажи вот на фиолетовом цветочке маленьком. Там сразу идет заколочка с брошкой основа. Ось вам. Прикраса трансформер для волосся. Такий крокодильчик. И поруч булавочка. Тобто можно и на волосся. І ось сюди. Ой, а мені знов пасує. Усе пасує мені сьогодні. Тебе все сьогодні йде. Для дальнейшої роботи нам нужен буде клеєвий пістолет. Либо просто клей в тюбике. Вот, нам нужен кружочек из фетра, который бы подходил под собачку на заколке основания. Сейчас мы его промажем клеем и приклеим. Так, теперь мы можем примерить наш цветочек сюда. Ну, мы смотрим и видим, что нам чего-то не хватает, правда? Не встречаю чего-то. Так. Зелени. Зелени, и надо прикрыть чем-то вот эти некрасивые края и сделать брошку попышнее. Для этого мы будем сейчас делать листики. Листики двух типов, конвертики и треугольнички. Это уже будет другая техника, как? Ну, в смысле, плетение. Это другая техника цумами, другое складывание. А длина ленточки у нас равна двойной длине желаемого листика. Мы ее складываем пополам, лицевой стороной внутрь. Вот, просто разрезаем пополам этот кусочек. Эта лента 5 сантиметров, поэтому из нее получится спокойненько 2 листика из каждого кусочка. Теперь мы берем пинцет. Сейчас мы сделаем листик-конвертик. Для этого сгибом от себя берем ленту, фиксируем ее пинцетом, острым углом к себе, отрезаем все лишнее. А без пинцета уже не получится тут, да? А, получится. Просто нужно чуть больше опыта. Ленточка скользкая. Итак, крепко держим. Можно еще это все прикрасить огнями. О, а квиточками? Дианочка, передай мне, пожалуйста, наш огнеопасный девайс. Сейчас снова будем отжигать. Поджигаем тот край, который мы срезали. И тоже быстро прихватываем пальцами. Вот. Дальше уже пинцет особо не нужен. И так запаиваем по всей длине. Получившийся треугольничек мы разворачиваем. Вот это уже готовый листик-конвертик. В него внутрь мы вставим бутончик. И сейчас мы сделаем второй тип листика. Треугольничек. Да, с остатков ленточки. Берем оставшийся прямоугольник. Уже берем его сгибом к себе. Также придерживаем пинцетом под таким углом. Отрезаем лишнее. Ну и занимаемся любимым делом поджиганием. Разворачиваем. И получаем вот такой вот листик. Объемный. Для нашего украшения мы делаем 2 листика конвертика и 4 листика треугольничка, которые мы будем помещать на розочку. Остальные листики я сделала заранее. Есть целый набор, да? Всего, что нужно. Теперь собрать это как-то? Нет. Нет еще? Мы сделаем сейчас еще красивее. Давай. Часто остаются какие-то обрывочки лент. Мы сейчас накрутим бутончик. Это все очень-очень быстро делается. Берем ленточку, примерно треть складываем и начинаем произвольно закручивать. Похоже на бутончик? Сразу похоже. Ну и чтобы было еще более похоже, обернем ее зеленым кусочком ленточки. Он же только-только проклюнулся такой, молоденький. В этом месте можно либо сшить иголкой, либо подклеить. Все лишнее мы отрезаем. Где ножницы? Девочки, где ножницы? Кто украл ножницы? Спасибо большое за находку. И мы получаем вот такой вот бутончик. Оживает на глазах. Ой, как хорошо. Итак, теперь мы эти бутончики вклеим в листики-конвертики. Чуть-чуть клея внутрь листика. Все детали продуманы. И вклеиваем бутончик. Конечно, Мария, думаю, много времени у тебя уходит на создание твоих шедевров. А как семья относится к тому, что ты погружаешься в процесс, никого не замечаешь, забываешь готовить еду,
Ну что сказать, муж научился прекрасно жарить картошку. Отлично! Вот, сын идеально пылесосит, уже в 5 классе. Сам делает уроки. Отлично. В общем, два мужика живут сами по себе. Если б не попугай, то у меня дома была бы совершенно тихая идиллия. А он что? Мой маленький волнистый, не молчащий попугай, очень редкая порода. В смысле? Таких из доставучих попугайчиков, которым надо все. Он у меня любит воровать бусинки, пайетки, утаскивать леску куда-то и зачем-то. Он просто помогает. Слушай, он там, наверное, себе что-то строит. У нас уже все готово. Финальный этап. Мы сейчас будем собирать уже полностью всю нашу брошку. Вот, для начала приклеим. Очень быстро промазываем листики клеем. Угу. Приклеиваем их к цветочку. Чуть-чуть листика оставляем внутри, на площадочке внутренней. И чуть-чуть на лепестке. Листики приклеиваем хаотично, как нам больше нравится. Также приклеиваем наши бутончики в конвертиках к основанию. А ты себе вначале воображаешь или зарисовываешь, что должно получиться в итоге? Или по ходу процесса цветок сам растет? Надя, искусство такая вещь, вот зарисуешь что-то, придумываешь, но в итоге оно живет своей жизнью. Особенно с украшениями, с картинами у меня такое часто происходит. Я вижу одно, холст видит совсем другое. И ты смиряешься. Ну, что мне остается делать, если руки сами это делают? Тщательно проклеиваем клеем всю основу. Это самый важный момент сборки брошки-заколки трансформера, чтобы она не развалилась. Для того, чтобы сделать нашу брошку максимально красивой, мы воспользуемся еще вот такими веточками, которые я купила в магазине фурнитуры. Отрезаем слишком длинный хвостик. Вот эти веточки мы приклеиваем с двух сторон от бутончиков. А кто-то, кроме попугайчика твоего любимого, тебе помогает? Или ты любишь сама, наедине с собой, работать над украшениями? В какой-то момент сын помогал мне делать сутажные украшения. Он даже сделал для своей тогдашней учительницы небольшую брошку, но почему-то очень постеснялся ее подарить. Какая прелесть. Вот. Итак, все плотно приклеили, прижали. Ну и чтобы уже это был полностью трансформер, мы сейчас сюда приклеим еще основание для брошки. Ах, да, это же у нас сейчас заколка. Будет брошка. И тот комплект, который я получила в подарок от тебя, там еще и сережки были. То есть это 3 в 1. Да, сейчас я все покажу, как это все сделать. Мы приклеиваем основание для брошки. Ну, можно сначала так посмотреть на наш цветочек и выбрать, как мы хотим, чтобы он на нас сидел. Ну, такой красивый. И на верхнюю часть приклеиваем основание для брошки. Как ни поверни, а он очень хорош. Все, мы приклеили основание. Теперь закроем его некрасивую часть еще небольшим кружочком из фетра. Боже, неужели там еще что-то есть некрасивое? Заодно этот кружочек из фетра будет дополнительно фиксировать основу для брошки, и все будет крепче держаться. Что тоже немаловажно. В результате у нас получилась вот такая брошка. Слухай, як це зручно? Я дивлюся, думаю, що це ж можна протягом дня можна зачепити волосся, так. Та? Потім її можна трансформувати, вдягнути на сукню. Потім можна просто покласти навіть на своєму робочому туалетному столику, воно буде просто як прикраса виглядати. Декоративний елемент. Так. Ще ми робимо небольшой секретний елемент. Це вот такі маленькі сережки. Диана, подобаются тебе такие сережки? Кульчики такие, так? Маленький цветочек мы делаем точно так же, как делали большой. Кружочком из фетра фиксируем его к швензе с большим круглым основанием. Для таких цветочков лучше брать швензу с плоским основанием. Если мы хотим, мы носим это комплектом. Вот. Либо, чтобы бутончиков стало больше и не потерялись наши сережки, мы все это можем соединить и получаем дополнительные цветочки. Угу. На нашей заколке. Ось вам прекраса трансформер. Браво. Для Дианы за проявленное сегодня усердие и стойкость в этом сложном мастер-классе мы приготовим небольшой сюрприз. Ух ты. А передайте мне, пожалуйста, содержимое вот этой мисочки. Ух ты, Диана, для тебя сюрприз есть. Ты же любишь сюрпризы? Если это будет сюрприз, то мне не надо смотреть. Ведь повертайся. Лучше к Наде посмотри. Это будет очень оригинальный шляпка-обруч. А, шляпка-обруч. Да. Я сделала вот такой вот цветочек. И сейчас я его приклею на небольшую юбочку из зеленой ленты. Просто 30 сантиметров широкой Отлегай. Ленты собрано в кружочек. Так. Крепко прижимаем цветок к основанию. В кружочек фетра я заранее проделала вот такую ленточку через 2 надреза. Для того, чтобы можно было снять, можно было бы одеть на обруч. И этот кружочек мы приклеиваем тоже к основанию. Итак, мы получили вот такую оригинальную бутоньерку. Мы можем ее использовать и как браслетик,
Угу. И привязать на обруч. Вы не скажете, когда можно смотреть. Подтянувать сюрпризы. Диана, мы вручаем тебе вот два в одном. Браслет и обруч. Гарный, подобаете? Дуже. Что треба сказать? Дякую. Пожалуйста. И сразу один. И сразу. Мне было очень приятно создать что-то жінка. Специально для тебя. Вау. Пасує. Божественно. Угу. Так, це квітка від Юлі, тому що тепер я вже буду давати їй майстер-клас. Спасибо большое. Я уверена, что этот прекрасный цветок, который ты получила в подарок, вдохновит тебя на новые и новые работы и украшения, которые мы снова и снова будем радоваться. На новые коллекции. Спасибо огромное, это великолепно.